Друзья, добрый день! Сегодня 1 ноября 2023 года. Проезд Солнечный, 10, город Норильск, Красноярский край. Вот. А у меня 996 подписчиков, осталось всего 4 человека, чтобы перевалить тысячу. Вот сегодня ко мне подписался один из пользователей с вопросом, о чем мой блог. Ну, я как бы не профессиональный блогер, пользуюсь обычным телефоном, и на протяжении уже 2020 года, с мая 2020 года, в режиме каждодневном рассказываю о себе, рассказываю о людях, рассказываю о всем том, что окружает меня. И мое хобби, несколько хобби, о нем тоже рассказываю. То есть я люблю готовить. Несколько лет назад готовил в тандыре разные блюда, угощения. Сейчас как бы на плите. Вот. Ну и еще одно хобби, которое мне интересно, это даже не политика, а работа местного органа самоуправления. Как должны работать депутаты, как можно решить множество проблем внутри там, квартирных комплексов, жилых площадок, частного сектора, для того, чтобы жизнь была лучше, чтобы можно было получать денежные средства на благоустройство, на какие-то другие задачи из бюджетов всех уровней, и при этом минимальное количество своих затрат. То есть в свое время работал в органах муниципальной власти, имея опыт, и этим опытом делюсь в своем блоге. Когда тот или иной вопрос задают, либо новость какую-то слышу, вижу. Основное я в своем блоге пытаюсь донести до жителей нашей необъятной родины о том, что есть такая профессия, как вахтовик. Вахтовик в области строительства, вахтовик есть в области тех специальностей, которые нас окружают у дома. То есть и вахтовик-повар, вахтовик-врач, вахтовик-водитель и много-много другое. Но вахтовик — это не то, что другая каста людей или профессий. Вахтовик — это люди, которые работают вдали от дома, от семьи, от близких, работают независимо от погоды, условий, всех других факторов. Разные бывают вахты, разные бывают условия, но одно у всех одинаково. Все мы где-то далеко. Вот моя вахта протекает на северах, со своими, так сказать, причудами. И об этом я рассказываю. Вы можете пролистать практически каждый день несколько лет и увидеть, как менялась погода, как менялась обстановка, какое было настроение, что делали, познакомиться с ходом строительства тех или иных объектов. По этим хронологиям можно увидеть масштабы, привлечение людей, техники, ну и много-много другое. Вот. Канал мой независимый, поэтому стараюсь рассказывать, как оно есть на самом деле. Если что-то кого-то затрагивает, готов обсуждать.
не военно-политический, не политический. Вот. Острые углы споров стараемся решать дипломатично и спокойно. За последние несколько месяцев количество подписчиков увеличилось почти в два раза. Вот. Это с одной стороны отрадно, с другой стороны это заставляет поддерживать определенный уровень. Но я ничего лишнего не придумываю. Контент простой. Может быть, некоторым не нравятся мои высказывания. Ну, стараюсь искать позитивное, яркое, что есть вокруг. А вокруг меня Надеждинский металлургический завод, город Норильск, люди, дороги, природа, погода, все, что есть. Задавайте вопросы, можете что-то, что я рассказал, с удовольствием поведаю в том, что хорошо разбираюсь. Я не охотник и не рыбак, не автолюбитель, поэтому в моем контенте что-то другое. Хочу, чтобы местное самоуправление развивалось в России, хочу, чтобы жили люди в нормальных условиях. Хочу, чтобы люди объединились для решения тех или иных проблем. Вот такой вот у меня, может быть, мечтательный, но целевой, так сказать, целевое направление моего блога. Всем хорошего дня, настроения. Сегодня продолжаем бурить, заливать. Сегодня продолжаем работать и в других направлениях. На улице также все прохладно. Ну, ноябрь обещает быть результативным. Так работает бурильщик. Оператор. Такая вот классная разметка везде. Очень много прожекторов участвует. Но очень классное решение. И сбор людей, все знаки. Видите, на снегу как хорошо видно. А с учетом того, что в полярную ночь, вообще будет классно.